Բարև ձեզ, հայկերոստ անկերության եթերում դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններից, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում այսօր կխոսենք ռուս համայնքի մասին, որը գնալով ընդլայնվում է հատկապես Գյումրիում ու Շիրակի մարզում։ Պարզ է, որ ցանկացած համայնքի գործունեության համար կարևոր են նաև կրոնական խնդիրները։ Ինչպես են ապրում այսօր ռուս ուղղափար եկեղեցու հետևորդները։ Իրականությունը կբացահայտենք ծրագրի ընթացքում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը վարչապետ Հայր Անդրեյ Վացն է։ Եվ ես պետք է հայցեմ ձեր ներողամտությունը, որովհետև հաղորդման ընթացքում մենք այսօր կխոսենք ռուսերեն։ Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Андрей, мы рады приветствовать вас у нашей студии. Отец Андрей, для Армянской апостольской церкви всегда Русская православная церковь была православной сестрой церкви, так как у нас общая вера и в общих чертах у нас одни и те же догматы. Как вы считаете на сегодняшний день, какие у нас взаимоотношения между двумя церквями? Ну, в целом, я должен сказать хотя бы на примере вот наших отношений, которые сложились в Ширакской области, ну или в Ширакском Марзе, как принято говорить, в Армении, у нас самые теплые, самые такие братские отношения между нашими церквями. Ну, если в отношении церкви, то церкви действительно как сестры, а в отношении духовенства, то мы действительно как братья. И я вам должен сказать, что на протяжении почти 5 лет моего пребывания здесь, ну, каждый день является свидетельством того доброго отношения и светлого, и радостного, и братского, которое должно быть между христианским духовенством, между христианскими народами. Поэтому вот, только позитивные отзывы я могу озвучить сегодня. Спасибо. Русская православная церковь на территории Армении была в течение многих лет, многих веков, и особенно восстановление храмов Русской православной церкви началось где-то в 90-х годах, 80-х-90-х годах. Как сейчас обстоятельства? Ну, действительно, первый храм, который после советского периода восстанавливался уже на территории суверенного государства Армении, это храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Ереван. Далее период, так сказать, ну, менее значимых событий с точки зрения восстановления храмов, хотя следует сразу же отметить, что храмы Русской Православной Церкви находятся практически во всех крупных областях Армении. Это, конечно, Ереванский регион, это Ларийская область, ну и, конечно же, Ширак. В 2009 году я был направлен сюда священноначальником Русской Православной Церкви для курирование работ по восстановлению храма Святой Мученицы Александры в Большой крепости, гарнизонный храм 102-й российской военной базы, по линии синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Там я и подвязался до того времени, как я приехал на землю армянскую. И это дало новый импульс не только в восстановлении храма, потому что восстановление храма — это уже следствие определенных внутренних и духовных, так сказать, решений и как бы ответа на те посылы современности, которые мы сегодня вот видим в нашем обществе. Мы после восстановления храма начали восстанавливать холм чести. Что значит «мы»? Мы — это в первую очередь военнослужащие, потому что на тот период холм чести представлялся, ну, все вы, наверное, помните, это не так давно было, практически там городская свалка была. Это было страшно просто. Я когда туда приехал, это, мне сказали, вот это вот холм чести. А что за холм чести? Это кладбище русских воинов. Где это? Здесь на кладбище вообще не похоже. Все было поросшее акацией, и черепа, кости валялись на земле. Все это перемешку с мусором было. Стоял этот корпус детского санатория. Ситуация, конечно, была просто ужасной. И тогда при участии администрации города, тогда с помощью городской администрации, мэр города тогда был Гукасян Мартан Николаевич, он действительно активно в этом деле участвовал. Вот. Они предоставляли технику, и мы с военнослужащими убирали вот целое лето практически вот эту грязь. Далее, конечно, ну, Господь нам дал более серьезные ресурсы, присоединилось посольство Российской Федерации, соответственно, так вот сложилось интересно, да, наследие советского периода, когда Ульяновская область и Ширакский Марс были побратимыми. Но они настоящие, да, 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 но тогда заложилась эта традиция. И вот они во время визита губернатора Ульяновской области сюда, в Ширакский Марс, увидели это все безобразие и, так сказать, вот на почве братства этих областей
начали, приняли участие в восстановлении этого проекта. Но также посол, огромная ему благодарность, подтянул другие силы и участвовал, конечно, на самом высшем уровне руководства Армении. Люди получили квартиры, те, которые жили там в этом здании детского санатория, потеряли квартиры во время землетрясения, получили квартиры, и, в общем-то, это место преобразилось. Но следующим этапом, конечно, было у нас оказание помощи военнослужащим, находящимся на полевом выходе. Вы знаете, что военная база, несколько тысяч военнослужащих, в основном это молодые ребята, которые приезжают сюда, оторвавшись от родной земли. Многие из них, процентов 70 по статистике, являются православными христианами и нуждаются в духовном накормлении. Полевые выходы, они часто бывают продолжительными. И ребята находятся в полях, в частности, на полигоне Алагьяска, самый крупный наш полигон. В общем, оторванности от родины и этих условий, в которых они привыкли жить, поэтому нужна какая-то отдушина. И вот было принято решение о установке палаточного храма. Знаете, мы с командиром тогда еще, Сорокин был, посмотрели на эту ситуацию с точки зрения безопасности. И расценили, что такой вариант, он очень-то опасен. И более того, в храм, когда заходит человек, хочется поставить свечу. Вот такая вот традиция, у нас. И в палаточном храме, соответственно, этого сделать невозможно. Потому что сгорит и храм, и городок весь сгорит, если солдат со свечой пустить туда. Поэтому мы приняли решение о закладке храма каменного, соответственно, из туфа, из природного армянского материала. Был храм заложен. Далее прошел период, почти целый год. Мы, в общем-то, были в поисках средств, потому что храм строился за счет средств военнослужащих. Сторонней помощи вообще не было никакой. И следующий этап, конечно, спустя почти год, когда, может быть, даже это хорошо с точки зрения возведения зданий, фундамент устоялся, и мы в сентябре, получается, 2012 года начали уже новый этап строительства, буквально от фундамента. За 3 месяца храм остановили. И завтра будет годовщина открытия этого храма, ровно год прошел. Открытие этого храма, хочу сказать, что он построен на полигоне в честь святого мученика Меркурия Смоленского. И память его 7 декабря по православной традиции. И в этот день же годовщина трагедии Спитакского землетрясения. Так получилось, но это все в один день. Да? Но под сводами этого храма мы как раз в прошлом году первую вознесли молитву и о погибших людях во время этой страшной трагедии, и о здравии тех военнослужащих, которые будут там молиться. Присутствовал и министр обороны Армении, ряд высокопоставленных людей. Такое вот значимое событие именно на полигоне, в открытой местности. Я вам скажу более, такого храма, который вследствие того, что мы к нему присоединили еще учебный класс. То есть у нас получился на полигоне духовно-просветительский центр с храмом мученика Меркурия Смоленского. Именно так он и звучит. В этом храме проводятся занятия по общегосударственной подготовке, то есть под сводами храма. И молитва, и обучение военнослужащих. И более того, если мы будем так вот представить себе, что мы находимся на полигоне, впереди самодиректриса, то есть место, где осуществляются выстрелы, а за спиной военнослужащего остается символ государственности России, русский флаг, символ духовности России, русский храм. И все это осуществляется на армянской земле, которую он защищает. Понимаете? Вот эти все вещи, они должны быть человеком, солдатом, пропущены через свое сердце, через свой ум. Тогда они дадут серьезные результаты и духовной, и, так сказать, физической подготовки военнослужащего. Подытоживая все, что было сделано за эти 5 лет, как вы оцениваете, успели многое уже? Наверное, это не мне нужно оценивать. Это люди должны оценивать, что мы успели, чего не успели. Наверное, самым главным, таким серьезным проектом, это будет, он есть, он осуществляется, не теми, конечно, темпами, которыми хотелось бы, это восстановление храма святителя Арсения Сербского на казачьем посту. Есть уже, в общем-то, решение по этому вопросу и на политическом уровне. Все это должно прийти в определенную форму, форму волеизъявления и конкретных действий со стороны тех людей, которые народом уполномочены принимать такие решения. В данный момент, конечно, мы находимся практически в начале такого серьезного пути по восстановлению храма и созданию при нем духовно-культурного центра. Это очень важный момент, потому что нам нужен не просто храм. Нам нужен духовно-культурный центр, где будет находиться воскресная школа,
студии иконописи, студии церковного пения. У нас будет находиться там военно-патриотический клуб, где будет проводить обучение наших молодых ребят, и армянских, и российских, военнослужащих и, со второй базы, и военнослужащие армянской армии. Ребята, уже находящиеся в предпризывном периоде, скажем так, проходя через обучение нашего военно-патриотического клуба, получат первые навыки военнослужащего. То есть они в армию пойдут уже подготовленными бойцами. Студии спортивной секции, кроме студии, вот, скажем, такого гуманитарного направления, студии такого спортивного направления тоже у нас будет там. И это даст, в общем-то, новый импульс вообще в отношениях между Россией. То есть это не только духовность, это еще и культура, и образование. Конечно, конечно, это все очень важно. Также там будет размещаться конференц-зал. Это будет площадка для проведения различных исторических, культурных мероприятий. То есть люди могут собраться и рядом с храмом провести, так сказать, анализ вообще того общества, той среды, в которой мы находимся, и принимать какие-то решения. Это очень важно, мне кажется. И что еще здесь хотелось бы, конечно, наверное, отметить, что этот храм, он, во-первых, является самым большим русским храмом на территории Республики Армения, самый большой. Знаете, тут один момент. Я помню, что в 2001 году, когда Армению посетил патриарх Московский и всея Руси, он объявил, что на территории Армении должен быть построен новый русский храм. Так. И, по-моему, правительство Армении даже выдвинуло территорию, и финансирование в то время должно было происходить с Союзом Армян, который находился в России. Так, речь об этом храме или нет? Нет, нет, нет. Этот храм, он строится действительно в Ереване. Вот, это никакого отношения к храму Арсения Сербского не имеет. По площади тот храм гораздо меньше, и он заложен был двумя патриархами, патриархом Кириллом и католикосом Григорием II в 2010 году, в период визита святейшего патриарха Кирилла в Армению с 16 по 18 марта 2010 года. Этот храм уже на стадии завершения своего строительства. Сдача храма действительно планируется в следующем году, но финансирование осуществляется Арой Аршавировичем Абрамяном. Вот, в общем-то, он его строит сам лично. Я с ним общался по этому вопросу и, в общем-то, действительно ему благодарен. Но это немножко другое. Мы говорим сейчас о храме Арсения Сербского, который находится на территории города Гюмри. Вы знаете, что в целом православных, по данным последней переписи населения, в Армении проживает 7532 человека, граждан Армении. Не считая военнослужащих базы, не считая... Не украинцев, греки, ассирийцы. Нет, только те люди, которые... Но в переписи населения суверенной страны участвуют только граждане этой страны. Соответственно, то есть это только граждане Армении. Вот, поэтому это достаточно серьезная цифра-то в целом. Потому что я был удивлен, когда узнал о том, что такое количество. Действительно, довольно-таки большая Гюмри, православная община. Конечно, в Гюмри проживает 864 человека. Вот это те люди, это не военнослужащие, это не представители российского бизнеса или дипломатического корпуса. Это граждане Армении, которые здесь живут на постоянной основе. Я вот, может быть, пользуясь случаем, форматом передачи, хотел бы обратиться к тем людям, которые себя действительно считают православными, чтобы они, в общем-то, вышли на нас, чтобы они не жили как-то изолированно, потому что многие из них даже не знают о том, что их храмы есть, о том, что совершается богослужение, о том, что здесь, в общем-то, есть жизнь для православного населения, для русского, ориентированных на Россию православных граждан. Поэтому меня найти, в общем-то, легко, в городе, наверное, практически все меня знают. Поэтому я прошу вот наших православных граждан Армении найти возможность связаться и присутствовать за богослужениями. Более того, вот у нас, если мы, так сказать, подытожили, вот этот период, уже в какой-то степени созданы условия для того, чтобы мы работали с людьми. Мы готовы. У нас есть интернет-ресурсы. У нас создан портал новый православие.ам, где размещается вся информация, расписание богослужений и, в общем-то, очерки о жизни православия здесь в Армении. Поэтому, хотелось знать этих людей в лицо. И я, в общем-то, их призываю как-то найти такую возможность, чтобы мы помогали друг другу жить в этом современном мире с его трудностями, с его проблемами и совместно решать вопросы духовно-нравственного воспитания нашего
подрастающего поколения, да и нас самих, которые мы еще, в общем-то, хотим жить долго и счастливо, что называется. Отец Андрей, вот на территории Шуракского Марза сколько приходов имеет православная церковь? Ну вот на данный момент 3 в Гюмри и 1 на полигоне Алагяс. Вот то, что, да. Ну, это храмы на полигоне, соответственно, они ориентированы на военнослужащих, находящихся на полевом выходе. Но кроме того, под сводами этого храма также могут молиться православные граждане, проживающие в этом районе Эрагодзор, прилегающем возле Алагяза. Вот, то есть, пожалуйста, можем будет пойти на службу. Но этот момент мы отрабатываем, потому что я физически один не успеваю служить во всех храмах, поэтому мы ориентируемся на время, когда там компактно находятся военнослужащие в первую очередь. Насколько мне помнится, всегда была такая резкая проблема, проблема священнослужителей, которые находятся на территории Армении. Как вам удается на сегодняшний день решить эту проблему, чтобы нормально функционировала православная община? Ну, я не знаю, какие проблемы. Проблема, наверное, здесь, знаете, в чем? Во-первых, скажем так, как я решаю проблему? Во-первых, я помощник командира базы и являюсь войсковым священником. Поэтому я нахожусь в штате, в целом, Министерства обороны Российской Федерации и, ну, конечно, являюсь сотрудником. И мне проще, потому что я получаю зарплату, соответственно, по своей должности. Те священники, которые сюда приезжают, они нуждаются, конечно, в каком-то материальном обеспечении. Если у нас нет этой общины готовой, которая может содержать своего священника, то тогда должен кто-то финансировать. Вот этот вопрос никак не решен на данный момент. Что касается, ну, есть, понимаете, есть две функции священника. Одна из них миссионерская, а другая, так сказать, окормление. Окормление, когда есть уже готовая община, есть приход, приезжает священник, и, в общем-то, он занимается уже готовой общиной. Миссионерство – это когда ты приходишь на ровное место, никого нет, и ты знаешь потенциально, да, что есть те люди, которые готовы будут отозваться, но какой-то период тебе приходится трудиться на то, чтобы собрать этих людей. Да. Вот в данном случае именно вот такой период, время собирания этих камней, понимаете, поэтому… Ну, здесь нужно быть в какой-то степени таким самоотверженным человеком для того, чтобы взять на себя такую смелость вот, приехать сюда и решать эти вопросы. Но я думаю, что у нас есть такие люди. Я на это искренне надеюсь. И более того, те священники, которые уже сюда приедут, они приедут уже не на пустое место, потому что уже что-то есть. Есть на что опереться, и мы их поддержим. В общем-то, главное было бы желание. А как на сегодняшний день протекают работы строения храма Арсения, святого Арсения? Ну, до холодов мы успели все-таки закрыть контур храма. То есть мы в купольной части были вставлены окна, вставлены были двери храма. То есть мы храм подготовили к зиме. Соответственно, ну, богослужение там уже с ноября месяца не совершается. А все лето мы там служили. Вот. Но это, понимаете... Опять-таки, все возвращается в плоскость юридического решения самой ситуации. Храм является памятником архитектуры Армении, республиканского значения. Земля является тоже, соответственно, землей суверенного государства, находится в ведении Министерства обороны Армении. Мы юридически не можем даже осуществлять какие-либо восстановительные работы, ну, на территории другого государства и на территории другого, и в здании, которое является историческим наследием этого государства. Поэтому этот вопрос нужно просто отработать на государственном уровне. Ну, о чем, в общем-то, я и доложил двум президентам, которые посетили 102-ю базу военную нашу российскую и находились в храме мученицы царицы Александры. Надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно в самое ближайшее время. После этого мы уже можем осуществлять какие-то более серьезные шаги. Потому что на данный момент мы можем только, вот, так сказать, пользоваться тем, что нам разрешает там хотя бы послужить. Но это уже тоже очень много. А какие планы у православной общины на будущее, на ближайшее будущее? На ближайшее будущее мы планируем, вот, скажем так, забегая немножко вперед, в январе месяце, у нас пятилетие, уже юбилей, заложение, так сказать, традиции крещенских гуляний. То есть
для нас армян это было новшеством. Да, но в России каждый год мы следили за событиями. Да, это нормально, но здесь уже 5-й год будет в этом году. Мы как буквально недавно сели, задумались, да, действительно уже юбилей получается. То есть еще храм мы не открыли, еще в строительство было. А уже здесь вот эта жизнь началась. Уже традиции сложились, да, в Армении. Поэтому в этом году мы планируем сделать формат шире. Во-первых, от Рождества до Крещения у нас будет проходить крещенский марафон. Угу. Так примерно. Почти обозначим. 2 недели. Да. Что он будет из себя представлять? Это будет совершаться богослужение и концерты, выступления по разным нашим храмам. Угу. Кроме того, вот сейчас... Ну, с одной стороны, есть некоторая опасность, что я опять-таки забегаю вперед, но тем не менее я выражаю просто надежду на то, что все получится. С Божьей помощью. Да, с Божьей помощью. Я везу сюда литературу. Это Священное Писание, Новый Завет и Псалтырь. Хорошего издания. Достаточно, в таком, достаточном количестве. И я планирую, анонсирую, да, сейчас свою деятельность этого, в формате этого крещенского марафона. Передачу этих книг для библиотеки города, у нас же есть русская библиотека, соответственно, для армянской апостольской церкви, для военнослужащих, ну, русскоязычных военнослужащих армянской армии и, соответственно, для наших православных граждан, которые здесь проживают. То есть главное, чтобы они подтянулись, изъявили свое желание, и я хотел бы увидеть их, они увидят меня, в общем-то, надеюсь, что завершится какая-то связь, и мы им дадим самое главное, то, что есть. Для наших христиан это Слово Божие. Соответственно, каждому православному христианину, который к нам придет. Вот, значит, марафон начинается здесь, в Гюмри, в наших храмах. Далее мы перемещаемся в Ларийскую область. Там есть 3 православных храма. В самом Ванадзоре. Угу. Потом есть недалеко от Степанавана, такое называется современное армянское название, Амракиц село. Там полуразрушенный такой храм есть. И село Привольное, станица Привольная. Также там пройдут эти мероприятия. Потом в Ереване. Завершится это все, ну, вот сам марафон последний будет у нас в Доме Москвы, в Ереване. И это накануне уже самого праздника Крещения. Ну и кульминацией всего этого марафона будет торжественное, так сказать, крещенские гуляния уже в Черкизидзор, в Черкесском ущелье. Уже традиционно, 5-й год, мы планируем там сделать достаточно такие интересные масштабные мероприятия с участием казаков, вот, каких-то там гуляний, конкурсов и тому подобное, и колядок, и песен. Будем приглашать и городские коллективы. Надеюсь, что коллективы 102-й российской военной базы будут участвовать. Тем более, что в этом году получается 18-е это суббота, 19-е воскресенье, то есть дни выходные. Людям будет очень удобно это все. Вот примерно так, на ближайшую перспективу. Спасибо, спасибо за нашу беседу и за то, что сегодня вы у нас в студии были. И думаю, то, что заложено с Божьей помощью, вам удастся сотворить в жизнь. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Божьей помощи. Я вас маканком շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը այսօր վարդապետ Հայր Անդրեյ Բացներ, սա իրականում ծրագիրն էր, կհանդիպենք ցագի եթերում։